Доброе утро. С вами сегодня я, ведущая Ольга Сачек. И я веду программу «Мое утро». А вы знаете, что в Чехии показали львят вымершего подвида? Посмотрим сюжет. Первый выход в свет детенышей берберийского льва. В дикой природе этот подвид давно вымер. Сразу два львенка, мальчик и девочка, родились в чешском сафари-парке 10 мая. У них пока нет имен, но малыши уже проявляют характер, рыча на назойливых фотографов. Детенышам всего 2 месяца. Это означает, что они все еще зависят от молока матери. Они только начинают реагировать на мясо. Мы начали добавлять немного мяса в их рацион. Теперь здесь целый прайд берберийских львов. Помимо двух малышей, их мама Халила, папа Барт и старший брат Наполеон. Теперь можно увидеть их маму Халилу с детенышами на улице. Но их отец Барт по-прежнему отделен от них. Берберийские львы – самый большой подвид этой кошки. Когда-то они населяли Атласские горы в Северной Африке. Во времена Римской империи участвовали в гладиаторских боях. Считается, что в дикой природе последний берберийский лев был застрелен в Марокко в 1942 году. Сегодня в зоопарках по всему миру живет не более 90 особей. А сейчас расскажем о тренировке всего тела в домашних условиях. Если у вас нет времени ходить в зал, вы можете обзавестись некоторым инвентарем дома и заниматься самостоятельно в удобное для вас время. Итак, для тренировки всего тела вам понадобится коврик. Занимаясь на коврике, вы защитите свои мышцы и суставы от жесткости деревянного покрытия. Гантели. Чтобы проработать мышцы рук, спины, нам без них просто не обойтись. Утяжелители сделают тренировку сложнее и эффективнее. Эспандер. С ним можно проработать множество мышц груди и пресса. Степ-платформа. Отличное приспособление для тренировки ног и ягодиц, а также кардионагрузки. В качестве домашнего кардио отлично подойдет велотренажер. Либо можно использовать бюджетный вариант – скакалку. Сегодня мы проведем комплексную тренировку для всех групп мышц. Начнем с разогрева. 10 минут на велотренажере подготовит наши мышцы для дальнейшей нагрузки. Упражнение для улучшения форм груди. Ложимся на коврик. Исходное положение – руки с гантелями над головой. На вдохе разводим руки в стороны, на выдохе возвращаем в исходное. Выполняем 15 раз. Обеими руками берем 2 гантели. Исходное положение – прямые руки поднимаем над грудью. Плавно отводим прямые руки назад на вдохе. На выдохе возвращаем в исходное. Для рук и груди можно воспользоваться эспандером. Берем на уровне груди и выполняем 15 сжатий. Для красивых рельефных рук выполним разведение с гантелями. В каждую руку берем по гантели. Разводим руки в стороны до уровня плеча. Выполняйте в умеренном темпе, чтобы хорошо прочувствовать напряжение. Начните с 12 раз и одного подхода и постепенно увеличивайте количество повторений до 20 раз и 3 подходов. Упражнение для мышц спины. Не торопимся расставаться с гантелями. Исходное положение, становимся в упор. Корпус чуть наклонен вперед, небольшой прогиб поясницы. На вдохе полностью выпрямляем руку, на выдохе тянем гантель к бедру. Локоть заводим за спину. Выполняем 12 раз на каждую руку. Упражнение для бедер. Нам понадобятся утяжелители. Ложимся на бок, выполняем махи прямой ногой. При этом ногу постоянно держим на весу, пола не касаемся. Выполняем 15 махов. Затем переводим ногу немного вперед, выполняем 15 пружинящих движений.
Для внутренней поверхности бедер выполните упражнение с эспандером. Лежа на боку, закрепите эспандер между колен. Сжимайте его бедрами и удерживайте в таком положении 5 секунд. Выполняйте упражнение до 50 раз. Лучшим упражнением для ягодиц остаются приседания и выпады. Для усложнения возьмем в руки гантели. Важно держать спину ровно. Колени не выходят за уровень носка. Для начала выполните 12 приседаний, 1 подход. И постепенно увеличивайте количество приседаний до 20 и количество подходов до 3. Для выпадов нам тоже понадобятся гантели и утяжелители. Исходное положение. Становимся ровно, ноги на ширине таза. Делаем шаг вперед одной ногой и опускаемся вниз. Стопа передней ноги должна полностью стоять на полу. Голень перпендикулярна полу и образовывает прямой угол с бедром. Колено не выходит за уровень носка. Заднее колено не касается пола. Вес полностью переносим на переднюю ногу. Поднимаемся и возвращаемся в исходное положение. Для прокачки мышц пресса мы выполним упражнение, не требующее приспособлений, но с утяжелителями тренировка будет более эффективной. Ложимся на спину, колени согнуты, руки за головой. Поднимаем колени и одновременно отрываем лопатки. Тянемся головой к коленям, а затем выпрямляем ноги. Делаем 15 скручиваний. А теперь включаем любимую песню «И кто сколько может, держит планку». Принимаем упор на локти, поясницу не прогибаем. Завершить тренировку также лучше всего кардионагрузка. Поэтому 20-30 минут на беговой дорожке или велотренажере, либо можете отправляться на прогулку на свежий воздух. Заниматься можно где угодно, было бы желание. Давайте научимся готовить курицу пармезан. Продолжаем тему рецептов. Давайте научимся готовить острую томатную пасту.
Захотелось чего-нибудь сладенького. Приготовьте тирамису. Готовится к осени. Варианты модных причесок. Мода каждый год вносит очередные изменения в мир красоты, не обходя вниманием и женские прически. В этом сезоне в моде естественные оттенки. Благородные тона добавляют девушке привлекательности и обаяния. Осень – самое время обновить образ. В сегодняшнем ролике вас ждет не совсем обычный формат. Многие девушки, как и я, боятся испортить свои волосы окрашиванием, но я решилась. Волосы я никогда не красила, поэтому выбрала краску кастинг. В ее состав не входит аммиак, но входят увлажняющие компоненты, которые обеспечивают бережное окрашивание. Я выбрала оттенок номер 680 – шоколадный мокко. Это, кстати, новинка. Давайте открывать коробку. Здесь у нас красящий крем, проявляющее молочко, восстанавливающий бальзам, пара перчаток и подробная инструкция по применению. Любое окрашивание следует начинать с подготовки и теста на чувствительность. Намочите волосы, но не мойте их. Это обеспечит равномерное распределение цвета. Во избежание окрашивания кожи нанесите по контуру лица, шеи и на уши увлажняющий крем. Снимите все ювелирные украшения. Держите телефон или часы рядом, чтобы контролировать время. Теперь готовим краску. Всегда следуйте инструкции. Смешиваем красящий крем с проявляющим молочком. Энергично взбалтываем тюбик до однородности. Все, краска готова к применению. С помощью аппликатора наносим краску на волосы. Никогда не думала, что это так просто. Теперь руками распределяем ее по всей длине. Засекаем 20 минут. В это время можно почитать, посмотреть любимый сериал или приготовить вкусный и полезный салат. А я сделаю маску. На экране вы можете видеть наглядное сравнение до и после. Мне очень нравится мой новый цвет. Он не сильно отличается от натурального, но при этом оттенок более насыщенный. Образ стал ярче, и новый цвет подчеркивает блеск в глазах. Волосы стали более блестящими, они мягкие и шелковистые на ощупь. Я бабушка, но для меня очень важно, чтобы тематические занятия для дома были развивающимися.
Тематические занятия – это прекрасный способ развития вашего ребенка, который позволяет в интересной игровой форме получать знания из той или иной сферы жизни. Животный мир, профессии, растения, времена года, техника, дорожные знаки, фрукты и овощи – это далеко не весь перечень тем, которые можно использовать. Вы можете устраивать тематические дни или недели, в зависимости от того, как быстро ваш ребенок усваивает материал и теряет интерес. В сегодняшнем ролике мы покажем вам пример организации занятия на тему «Подводный мир и его обитатели». Расскажите ребенку о том, какие бывают водоемы и как разнообразны жители, населяющие их. Для того, чтобы совместить учебный материал с творчеством, мы предлагаем вам сделать мини-океан. Сегодня вы смотрели программу «Мое утро» и с вами ведущая Ольга Сачек. Но я вас прошу, не переключайтесь, чтобы продолжить свое хорошее настроение. Мы смотрим мультфильмы.